В 2017 году операторы «Большой четверки» добровольно снизили тарифы на национальный роуминг в Российской Федерации. В отношении четырех операторов МТС, Мегафон, Теле2 и Вымпелком было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам установления монопольно высоких цен на услуги в национальном роуминге. Я немножко напомню, национальный роуминг – это технический режим, который реализуется, когда абонент выезжает из домашнего региона в местность, где нет сети его домашнего оператора связи. И тогда технические услуги связи ему оказывает другой оператор, домашний оператор, за это вот другому оператору оплачивает определенную плату. Более 90% таких случаев – это выезд граждан Российской Федерации в Крым из других субъектов Российской Федерации. В Крыму свои операторы связи есть. Соответственно, граждане попадают туда в технический режим национального роуминга. Мы установили, что тарифы, применяемые «Большой четверкой», являлись монопольно высокими, существенно превышали суммы, необходимые для реализации услуги расходов и разумной прибыли. Ну, операторы в ходе рассмотрения дела добровольно снизили тарифы. В среднем тарифы были снижены в 5 раз на голос передачи данных и СМС-сообщения. Ну, кроме того, мы учитывали и сложившиеся экономические взаимоотношения с крымскими операторами. Здесь важно отметить, что крымские операторы еще до начала рассмотрения дела в ходе деятельности рабочей группы, которая была создана при ФАС России по ликвидации роуминга, снизили своими же операторские ставки для того, чтобы дать наш «Большой четверке» возможность снизить абонентские тарифы. Вот операторы с разницей в несколько месяцев, Вымпелком в декабре, МТС, Мегафон, Теле2 весной, в марте, в апреле ввели новые тарифы для абонентов, которые близки, очень близки по своей величине к тарифам дома, к тарифам домашнего региона. Мы рассчитываем, что снижение тарифов приведет к росту объема реализуемых услуг. Граждане по меньшим тарифам, которые ниже в 5 раз, ну, начнут хотя бы в 5 раз больше разговаривать или разговаривать с такой же интенсивностью, как они разговаривают дома по домашним тарифам. И мы ожидаем, что по завершению этого курортного сезона, когда мы увидим рост объемов, крымские операторы сделают очередной шаг по снижению межоператорских ставок, что опять, в свою очередь, даст возможность операторам снизить тарифы еще больше.